Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева приготовила себе место на самом дорогостоящем кладбище мира. По сказанию, именно с этого древнего еврейского кладбища начнутся светопреставления и страшный суд. Многие состоятельные люди верят, что это святое кладбище обладает льготным преимуществом. Все, кто на нем похоронен, попадут в рай. Поэтому и популярность этого места огромная, и нужно заблаговременно резервировать себе здесь место. Конечно, ни сама артистка, ни родные на эту тему не распространяются. В пресс-службе Пугачевой говорят, что никакой информации по этому делу не имеют. А мы, в свою очередь, пожелаем народной любимице жить долго и счастливо. И не думать о грустном. Чуть позже руководитель пресс-службы ГУП «Ритуал» Дмитрий Корпусов все-таки поведал, что Алла Пугачева прикупила место на Кузьминском кладбище в Москве, где захоронена ее родительница. Так делают многие люди, которые беспокоятся о своем будущем. Самое дорогое израильское кладбище находится в Иерусалиме на Масличной горе. Там хоронят государственных деятелей, банкиров. Клочок земли стоит от 10 до 100 и более тысяч долларов. Впрочем, чтобы приобрести здесь место, недостаточно иметь столько много денег. Нужно доказать, что тот, кто будет здесь покоиться, настоящий иудей. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.